Отдыхаем живой. Необходимо и хочется побеждать, продолжать победный посыл, который был в прошлой игре с Ростовом. То, что, конечно, напомним о прошлом домашнем матче с Оренбургом. Да, и ребята нам об этом сказали. Но и нам необходимо показывать свое хорошее качество игры. И еще раз говорю о том, что пока есть все предпосылки для того, чтобы продвигаться вперед, надо это делать. Спасибо. Hey!
Кузнецкого под 9 номера. В игру вступает Владислав Сорозин. Давай, с победой, ребята!